Я Евгений Кузин. Я вернулся и приветствую вас вновь. Вот, ребят, смотрите, как хорошо просто погулять по лесу. Даже не по лесу, а в лесополосе. Птички поют, вот солнышко так чуть-чуть пробивается. Что еще раз говорится, что есть больше всяческих радостей. Вот что даже, вот смотрите, у меня после вот этой вот алкогольной фигни даже сломался телефон. Но не включается, когда включается, горит чисто его заставка. И все, сейчас вот жду вашего полюбленного, так сказать, вами некрасивого, но бородатого парня Кирюху. Вот сейчас он должен подойти. Ну и сейчас... Вот, ребят, сижу сейчас, жду. Хотел еще все-таки завершить, чтобы вчерашнее, чтобы больше к этому как бы вообще никогда никому не касаться. Но удалось мне все-таки отойти от этого, избавиться. Сейчас я чувствую себя довольно-таки неплохо, гуляю, дышу. Это, кстати, очень тоже помогает. Ночи были тяжелые, я так никогда не мерз. Это было просто, просто опять ужасно. Я не хочу просто сам это освещать. Ну, что-то он, блин, уже... Жду его, а он мне и позвонить не может. Это благо, что в интернете с компьютера я списался, пошел гулять. Примерно он так вот к этому времени должен приехать. Вот, поэтому как бы сейчас... Ну, будем ждать, будем смотреть. Так уж, какая-никакая лесополоса, так сказать, но всяко лучше, чем... О, а вон, по-моему, и он там чешет. Ну-ка, сейчас мы его чуть-чуть встретим заодно. Вон он там. Птички, смотрите, как поют. Вон он наяривает. О, смотрите, как красиво. Блин, я же вот природу люблю больше всего. Я даже сам не могу понять, как меня, что мне в кабак привело. Ну, здравствуй! Привет, сейчас. Звонят мне. Привет, привет! Привет, подписчики Женька. Спасибо за те комментарии после нашей готовки. Да, ты все читал, кстати. Да, вот поэтому... я все почитал, мне, честно говоря, лестно. Поэтому будем стараться, да. Стимул. И вам, ребят, тоже оставляйте комментарии, то, что мы все читаем, как бы, и людям приятно, и есть стимул дальше, да, работать, будем как бы, для вас. Стараться сделать что-то интересное, не всегда хватает времени. Кто-то написал создать свой канал, честно говоря, ну, я себя в этом не вижу. Просто банально вот в этом не вижу. Для он, меня. Он театральный актер, да? Не в этом дело. Просто есть вот она жизнь на экране, есть она жизнь вокруг себя. Вот у меня вокруг себя вот эта вот жизнь, то, что вокруг меня происходит, и то, что самое главное происходит внутри, оно интересней, а снимает вас чем-то когда-то порадовать, просто классно с Женьком провести время и приготовить, сделать какое-то полезное действие. Это да, это можно, но не всегда, не часто, и тем более не плотно этим заниматься, к сожалению. Так. Ну, тут каждому так. Свое, каждому, да. Свое, как говорится. У меня это как хобби, мне нравится. Ну, тебе это понятно. У тебя это даже, мне кажется, не хобби, а... А уже в жизнь превратилось. Да, канал... Некоторые на этом зарабатывают, некоторые просто туда могут излить душу, как-то поделиться своими проблемами, но я считаю, что большинство надо пережить внутри себя, потому что когда ты это выносишь, слушаешь чьи-то советы, они, ну вот, до конца же никто себя не раскроет, тем более там на видео, на какую-то, на большую публику. А внутри себя, вот он, каждый человек, он иногда, если себя понимает, уже хорошо, а иногда он себя даже не понимает сам. Вот в этом и главное. И поэтому советы какие-то для жизни давать, мало ли там, вот мы смотрим там на, грубо говоря, на алкоголиков, на бездомных, вот. Не смотрите на алкоголиков, кстати, вот вам еще раз говорится. Ну, мы смотрим, мы же не знаем, что их на самом деле коснулось. И поэтому, чтобы вы дальше меня смотрели, потому что вы мне очень дороги, я не хочу вас потерять, поэтому я окончательно завязал с алкоголем. Я могу это сказать
твердо. Насколько окончательно месяцев? Вот. Ладно, это была шутка. Это сколько месяцев мне жить, осталось другой вопрос. Мое слово кремень. А твердость, она не тупость. Да, как и вот вчера я там свой хребет. Да, сидел, говорил, делился, что вот люди только когда что-то им надо, когда нет. И вот поэтому надо ценить вот таких людей, когда мы как бы безвозмездно, без, ты, кстати, телефон принес мне? Безвозмездно, бескорыстно, вот. Принес мне вот телефон, выручу, потому что я остался совсем без связи. Я не знаю, что я с ним делал, может, я его чем залил. Может, чем еще, и как это бы... система полетела, скорее всего. И система, да, он включается, заставка, горит она, и все. Ну, если ты говоришь носил к мастеру, я, конечно, тоже попробую его реанимировать, но... Не, ну, да. Мастер сказал, что система, типа, у тебя все, все эти, как его, соцканалы там, ну, вот эти вот, интернет. Но он звонил, он все равно включался через раз, хотя бы он пропускал звонки и звонил. А это мне все пишут, говорят, блин, вроде ВКонтакте там, да, в сети появился, а на звонки не отвечает. Ну, будем все равно пробовать, как бы, не сдаемся. Я попробую. Не стоит впадать в отчаяние. Да, уныние большой грех, если говорить не о религии только. Не о религии никогда не хочу говорить, буду говорить о вере, если только. Да. Уныние большой грех, и мы часто в него впадаем. И не стоит впадать в отчаяние, починим телефон твой. Да. А теперь ты можешь впадать в отчаяние. Телефону хана, телефона нет. Ну, ну тут, вот, тут... видишь, у нас как все развернулось. Не отчаянно. Ну что, пойдем, может, присядем, что-то да, с дороги, пойдем, да как, правда, нет. Да. Вот, и уже как бы сейчас хоть посидим, отдохнем, подышим. Ну и, может быть, поделимся, наверное, чем-то с вами. Нам есть что сказать. Вот мы сидим, просто общаемся, рассуждаем о природе, о занятиях, ну, чем нам, чем кому по душе заниматься. Вот Кирилл мне вот говорит, что он уже сколько ты вот занимается медитацией, кстати. Полтора года я, ну, как, может быть, это, я думаю, для шаолиньских монахов это совершенно небольшой срок. Вот. Но достаточно часто, в течение полутора лет, я, да, медитирую для того, чтобы успокоить свой ум, привести свою душу в порядок. Ну, а как это вот? Это ты садишься, как вот Хару Ниндзя из Беверли-Хиллз, и там он улетал к сенсею, типа твой этот не разум, не обязательно. Разум. Можно сидячим медитациям заниматься, можно сесть в позу лотоса, можно... просто встать там ноги на ширине плеч, можно просто лечь. Самое главное в любом деле, в своем, это вера. Не, опять же, повторяюсь, не будем затрагивать, путать религию и веру. Главное, это вера, то есть ты веришь в то, чем ты занимаешься, ты визуализируешь то, чем ты занимаешься. Надо понять, что ты хочешь от данной, назовем это, от данной процедуры. Для начала надо успокоить дыхание. Ну, есть несколько техник уже, ну, проверенные веками, я так думаю. И не одним, мне кажется, столетиями даже. Но читайте, читайте книжки, поэтому ищите то, что подходит именно вам. А если впасть в транс, ты можешь? Ну, в транс. Медитация, транс, астрал. Это все одно, как бы говорят, те же яйца, только в профиль. Ну, сейчас другие слова просто. Медитация, другая рифма. Транс и астрал. Да, 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 я понял. Главное, в общем, ребят, туда впадайте почаще. И не выпадайте как можно дольше, потому что потерявший, как говорится, потерявший деньги теряет многое, да, потерявший друга теряет больше, а потерявший веру теряет все. Душу не теряет, совершенствует свою душу, мы здесь. Да, главное, мне кажется, жить в гармонии с собой, как бы вот и быть. Я вот всегда хотел быть с собой, как бы с собой доволен. Не то, что ты что-то такое вот совершил, а как бы жить по совести, ну, быть, стараться хорошим человеком.
Что в твоем понимании, хотя хороший, да, человек? Ну, здесь же многое зависит от общества, в котором ты жил, в котором ты растешь, от воспитания. Да, зависит. Вот как рождаются, допустим, ребенок, вот они все детки хорошие, а некоторые вырождают там Чикатило, кто-то рождается там убийцы серийные. Поэтому я расскажу его таким не воспитывал никто, одну историю. Мне было лет 20. Я ехал, там друг сказал, у меня там на Победе в Плазе ждут нас две подружки. Подъезжай, я еду воодушевленный, соответственно, женским обществом и так далее. Ну, остальное вы, думаю, понимаете. Чем я еду воодушевленным. И я из маршрутки на Победе выхожу, и за мной выходит женщина в возрасте лет 40, такая вот прям полная-полная, вот действительно. В ней... Толстая? Нет, она прям полная-полная. Не крупная, хочу... да? Крупная, очень грузная, крупная женщина. А была зима, и я вот над этим вот воодушевлением, то, что ну мне просто вот хорошо на душе. Я просто вот еду радостный, счастливый. Я не знаю, на что рассчитывать, я этих девушек ни разу не видел, может быть. Мне никто там не приглянется. Просто может быть женское общество. Ну просто хорошее у меня настроение такое душевное. Скользко. И оно стало еще лучше только от одного. Просто эта женщина выходила за мной, я ей подал руку. И она сказала тебе спасибо. Она улыбнулась, спасибо, ой, молодой человек, как приятно. Вся такая прям обрадовалась. Я был глубоко счастлив. О водительской теме. О твоей. Я в свое время ездил на «Газели» Рязань-Москва. У меня «Газель» та грелась очень сильно, пока ее не отремонтировали. И трещотки прилетели. Трещотки. Трещотки. Я так подумал, трещотки такие, знаешь. Сапоги чистить. Да. Ну вот, она грелась, и, соответственно, часто ее в пробках приходилось останавливать. А тут я остановил на дублере волоколамки за «Шевроле» Каптивой. У «Каптивы» отлетел передний бампер. Но все равно у меня «Газель» стоит, стынет, я ему помог этот передний бампер закрепить, чтобы он доехал до сервиса. Полчаса я на это потратил. Но москвичи народ меркантильный, не все, не буду говорить, просто не будем обобщать даже по этому поводу, но в большинстве своем, кого я видел, они действительно очень заморочены на мире, на бабках, ну то есть на материальном. И он говорит, сколько я тебе должен? Я говорю, вот увидишь, кто на трассе, может там на дороге поломается, возьми да помоги. И все, я то есть не просил. Мне было тогда 21 год. У меня лишний косарь, как бы, он его мне бы дал. И он мне был бы, может, и не лишним. Но, может быть, кому-нибудь он в следующий раз поможет и спасет кому-нибудь, действительно, может быть, того, что он замерз. Или еще как-то там, от нервов, от каких-то. Я не знаю, что по этому поводу говорить. Делайте добро. А я вот знаю, допустим, надо всегда относиться к людям с любовью, с терпением и с пониманием. И мне вот, знаешь, вот было там в школах, да, там все время там, ну, чмырили там всяких таких, кто плохие, ущербные, кто слабее, да. А мне наоборот, вот всегда хочется таких людей еще даже больше как-то поддержать, там даже недоразвитых каких-нибудь вот таких, там душевно больных, как-то я к ним отношусь так. Женя, ты слышал? Как вот этот вот... Ты говорил все, типа, этот, как он, вот, ну вот святые он, типа, ну что он, типа, дурак, он как он, блаженный. Да, блаженный дурачок, типа, я их не воспринимаю, я этот, астматик, так как-то он называется, типа, никому ничего, он любит только себя. Заканчивается это все равно всем плохо, а добро и все в этой жизни, оно все равно возвращается, вот я по себе знаю, что... Даже я карма, ребята, делал плохое карма кому-то людям в своей жизни. Это все вернулось. Рано или поздно оно все вернулось. Вот сейчас я надеюсь, что еще я и делал хорошее. Если я это делал, что оно все-таки вернется. Слышал такую поговорку? Чужая вот эта вот злость и агрессия – это просьба его любви.
Был у нас один случай, ну, в компании выпили, двое ребят повздорили, начали драться. Один другого смог, так сказать, победить, чуть ли не задушил, пока мы его тащили. И потом парень, который победил, он ушел и сидел просто. Да, он там сильный, могущественный такой всегда был прям. Вот. Ну, может, можно назвать это, наверное, нарицательным словом «быдло». Он ушел и плакал. Я в тот момент подумал, он, наверное, это делает не потому, что он кого-то ненавидит, а потому, что у него в душе такая драма. Внутри него такая жопа. А так в основном и бывает. Но с этими драмами они пытаются на других людях это выместить. Да это они, может, и не пытаются на других людях выместить. Просто ты в себе когда переживаешь, ты у тебя, злость где-то вот это вот внутри и берет, и тебя она ты на, так настолько... Ты самореализовываешься, что ли? Яд, нет, и это просто стоит задеть как-то, и она просто выплескивается. Ну да, что... человек, он как сосуд, чем наполнил книгу, то с него и польется. И здесь даже... Просто, может быть, он и вот трезвый, он ходил бы там, думал о себе бы там, может, много какое-то там. Ну, часто мы не можем понять тех людей, которые вокруг, которые помним, просят о какой-то помощи. Мы не знаем, почему, там, допустим, вот Жень, вот ты же все равно никому вот так вот до конца не раскроешься вообще, даже, может быть, себе самому, почему вот у тебя там бывают запои. Почему я иногда выпиваю? Мы никому ничего этого не расскажем. Мы себе иногда страшимся в этом признаться. И опять же, возвращаясь... Нет, но догадываться мы можем как бы? Догадываться-то мы знаем, но мы себе в этом не признаемся. Мы боимся самих себя. И возвращаясь к медитациям, цель, вот, наверное, этих медитаций... Это успокоить ум и действительно найти себе в себе, вот внутри, то настоящее, то, что вот есть там душа, есть ум. И вот если ум отключить, вот эти вот все там нарицательные, воспитания и так далее, то, что нам привито обществом, привито теми, кто с нами рядом, какими-то всеобщими мерками, это все отключить и понять действительно, чего мы хотим, что нами движет. А мне кажется, мы все хотим одного, быть счастливыми. Счастье. Но кто-то, допустим, просто его находит, кто-то хочет быть богатым, но он же хочет благодаря этому быть счастливым. Я, мне кажется, вот я буду богатым, но я могу просто это теоретически представить, если я буду богатым, если... А я буду богатым. От слова Бог. Я богат, допустим, душой, своей открытостью, искренностью, честностью, да. Как бы я что-то делал, может быть, сказал одно, сделаю, а сделал другое, обманул как бы. Ну, получается, обманул, не сдержал слова, обманул самого себя. Но я вот стремлюсь именно к тому, чтобы стараться... Не то, что держать там какое-то слово, там просто как уперся, там я сказал, я сделаю, я и сделал, да. А вот просто жить вот как бы в уединении с природой, вот, и со своей духовной, душевной природой, вот это, потому что это все едино. И никогда этого не обманешь, и никогда оно не обманет. Если вот птица, она сейчас поет, дерево растет, да, вот ей надо по весне расцвести, распуститься, да, там. Так оно и будет, это все устроено. Они вырастают, надо, деревья, не надо забора. Придумывать никаких велосипедов. Все уже придумано до нас. Нам нужно просто это все понимать, воспринимать и жить в этом благом состоянии. Больше всего я... Может, мы такие люди просто, которые сейчас не так же живут, сейчас лучше тот, у кого круче телефон, у кого круче машина. Да, ну, как считается, да. Его статус в обществе. Я знаю, говорю, вот... Ну, если он хороший человек, он будет рядом со мной. Двух людей, вот и я для прям... Для меня плевать, Запорожец у него или Бентли. Точно знаю двух людей. Раз-два. Нет, я не об этом. Которые добиваются, грубо говоря, там своих целей, несмотря ни на что. Не имеют слабые нормы морали,
утешают себя тем, что это вот там для детей, или там второй там я старенький и так далее. То есть все равно они, они ищут себе оправдание, все делают. Их жизнь наказывает. Вот у одного сын разбился, у старенького, у которого. Он ни хрена не извлек из этого урока. Он продолжает давить свое. А у него есть еще и дочь, и внучка. И последствия, как бы, вот думаешь, может быть, я в прошлой жизни, если есть не реинкарнация, нагрешил. Может, мои родители чем-то нагрешили, потому что мы за их там грехи какие-то отвечаем. И вот думаешь... Людям посылают прям вот действительно серьезный позыв в жизнь. Ты делаешь что-то не так. Из-за этого умирают, допустим, люди. Вот так вот, ну, может быть, не из-за этого. Я не знаю точно. Это уже так затронул, что связи были раньше с разными людьми, да, у тебя где-то до этого. Ты накосячил, а там... Нет, там, допустим, у отца умер сын, разбился. Почему так? А потому что ты, может быть, бандит других людей убивал в 90-е. Может, потому что ты за все надо платить, сам, да? Потом был с ушибом позвоночника, и тебя выхаживали, и потом ты все равно людям делаешь такое говно, из-за чего, ну, по цепной реакции просто страдают люди. Притом не большинство неповинных людей. И ты потом, думая об этом... Я поднёс чуть-чуть. Ну, а ты застегнись. Может, костерочек? Можно, конечно, костерок развести. Ну, думаю, может, костерочек вот. Здесь банально, то есть вам, вот как пункт назначения, вам дают знаки. А, ну, это где эти? Бёдра? Ой, бёдра. Брёвна. Бревна, не бедра, не бедра. Я уже соскучился по кулинарному шоу, пора уже нам что-то готовить. Да, может быть, ты по каким-то другим бедрам соскучился. Ах ты! Блин, мне улыбаться, губа никак не тяжело. Ну, просто... Ребят, ничего не происходит просто так. Ничего, оно... Все это вот... Не по-разному. И на карме все это завязано. Просто... Опять вот это просто у меня начинается. Все на самом деле действительно. Короче, просто. Эту тему надо заканчивать. Да. Вот я, кстати, то, что хотел... к вам пришло, это, возможно, карма. Возможно, не ваша, а возможно, это ваша где-то ошибка. А вон вы там не все помните. Сидит. Видишь, это знак. Она улыбается вам, видишь? Да, это я ее не давно видит. Приметил. Делайте добро, живите по совести. Смотрите Якус ТВ. И все к вам прибудет. Да. А вот, кстати, насчет кулинарного шоу, кстати, я вот что так и подумал. Его можно как прямо здесь, вот будет время. Ну не прямо именно вот здесь, а где-нибудь почище. Да, без проблем. Стирком, только давай. Блин, а я не помню сковородочку. Давай я уже сюда тащить все свое барахло не буду. У меня есть мангал, у меня есть стульчики, у меня есть стол. Рядом. Мою посадочку. Да, мою посадочку. Ну, давай тогда, вот, кстати, ребят. Давайте мы так сделаем с его приблудой у него в посадочке какое-то блюдо, какое он придумает, а в моей приблуде сделаем мою посадочку. Я всегда хотел попробовать заревновать ребра в Коле. Заревновать? Кому? Замариновать. В Коле? В Коле. В Кока-Коле. В каком Николае? В Кока-Коле. Блин, а мне яйца охота поесть. Яйца? Бычьи. Свиные. Нет, я вот не единственное, я вот бычьи ел, бараньи ел. Вот хочу свиные найти. Вот я не знаю, вот, кстати, вот в Глобус есть. Могут там продаваться? Нет, вот, в Глобусе, ребят, кто, в Глобусе может, знает, точно я не видел. В ленте я не видел. Пару яичек. Что-нибудь из них. Не своих. Не, я рецепт просто такой вот. Не кошачьих. Кошачий ел. Да хорош тебе уж. Нет, ну... Можно слоновьи попробовать, но это надо в зоопарк идти отключить. Я предпочитаю максимум, что куриные, то их не люблю, поэтому... Не, а, кстати, из куриных еще можно сделать шашлык. Никогда не пробовал? Нет. Прям берешь шампур, ну и прям сырые яйца, нахерачиваешь на шампур. Вот, кстати, можно будет тут и попробовать. И, блин, получается шашлык из куриных яиц, но их мариновать не надо. Да, точно.
А я думал, блин, до места бы их надо натереть, чтобы скорлупа тверже была. Так что, ребят, в общем, ладно. Мы, наверное, уже надоели вам своей болтовней, философским рассуждением. Вот такая у нас была как бы прогулка. Да, встреча. С рассуждениями о жизни, да, можно так сказать. Ну как? Я говорю, я за добро, я за какие-то бескорыстные поступки. Да, все. А тут все люди, кто вот на канале, все за добро. Вот я вчера, кстати, всем большое спасибо за комментарий, ну вот к этому видео про алкогольную интоксикацию, ну, вернее, алкогольные проблемы, у кого они существуют. Но у кого они существуют, я не говорю, что все там писали, кто это. Но как бы все поддержали, кстати. Блин, нет, я хочу заметить самое главное. У меня много товарищей есть, которые делают добро. Ну, кому я вот проповедую, может, эту тему, назовите это так. И ждут какой-то отдачи. Нет, надо делать просто. Надо делать просто. Да, что, они думают, что когда это, там, им карма так почистится. Делайте добро и получайте удовольствие от того, что вы сделали. Не от того, что вам вас поблагодарили за это, от того, что вы сами сделали, именно вот действительно какое-то хорошее дело. Радуйтесь простым вещам. Не стремитесь, я не знаю, нет, хотите стремитесь, но я не вижу большого смысла в большом бабле. Если оно вам вдруг действительно оно вам нужно, и это показывала практика вот в моей жизни два раза на двух разных людях, что если им действительно нужны какие-то у них финансовые проблемы, такие вот серьезные, им действительно нужны деньги, им просто сама жизнь толкала, им давали люди денег безвозмездно. Но, а я, ребят, хочу как бы в заключение этому всему сказать, что творите добро, не травите бобров, и будет вам счастье. Живите честно для себя. Ну а с вами был некрасивый бородатый парень. Ну и Евгений Кузин. Да. И мы к вам скоро вернемся. Так что всем удачи. Пока.